Вот в Казани разгорается скандал, связанный как раз тоже с памятью о Великой Отечественной войне. Жительница столицы Татарстана Ольга Суркова похоронила свою кошку Заиньку в городском парке Победы. Полицейские сотрудники администрации, узнав о незаконном захоронении, убрали крест с оградкой и эксгумировали останки животного. В настоящее время захоронение на территории Парка Победы демонтировано. Хозяйка питомца установлена. По данному факту проводится проверка, по результатам которого будет принято процессуальное решение. А вот в мэрии сообщили, что административный кодекс наказания за такой проступок не предусматривает. Так что хозяйке Заиньки грозит максимум общественное порицание. Хотя поступок женщины, похоронившей свою любимицу в Парке Победы, называют осквернением памяти. Мне, честно говоря, стыдно за того человека, который это сделал. Можно было бы точно так же на Красную площадь рядом с мавзолеем прийти захоронить кошку. Ветераны поступком Ольги также возмущены, чувствуют себя оскорбленными. Надо знать меру, говорят. Тем более специальные места для захоронения животных ведь есть. Это оскорбление людей, которым посвящен этот парк. Можно было куда-нибудь за пределы города вывезти и там похоронить.